В ангажементе в эти выходные прошли гастроли Виктора Сухорукова. Народный артист России дал 2 моноспектакля «Счастливые дни» и «Шикарная жизнь». Он во второй раз приезжает в молодежный театр. Более 20 лет актер дружит с его директором Леонидом Окуневым. Дорогие тюменцы, вы здесь живете, вы, наверное, привыкли уже. Но какой город? Я ведь только вот мимо прохожу, проезжаю, а мне уютно, мне тепло. Как-то мне хорошо здесь. И, конечно, когда я в тот раз приезжал в театр «Ангажемент», и сегодня я ему позвонил, говорю: «Лёнь, у меня есть новая программа, давай приеду». Сам напросился. Весы звенят. Тюмень, весы синего цвета. И на них летят апельсины. Очередь стоит, очереди нет. Толпа стоит за апельсинами, и тюмень взвешивает эти дефицитные апельсины. Завершил гастроли актер премьерным спектаклем «Шикарная жизнь». Эта постановка основана на его историях из жизни.